Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Джапаров в рамках рабочей поездки в город Астану, Республика Казахстан, с главами делегаций стран, прибывшими для участия в международной промышленной выставке «Напром Казахстан», встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Встреча началась с приветствия президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и глав делегаций. В свою очередь, председатель Кабинета министров передал президенту Казахстана слова приветствия и пожелания от президента Садыра Джапарова. В ходе встречи участники подробно обсудили вопросы дальнейшего укрепления и развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, усиления кооперации в расширении торгово-экономических отношений и сотрудничества в промышленной сфере.